Вот в Изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились! Раз, два, три, раз, два, три. Ес. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. Со слухами всегда... Это верно. Я... Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Спасибо, я не за это. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. До войны тут была винокурня. Лучшая в Велине. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет мясником из... Я уже сказал, я знаю, кто ты. Как тебе Велин? Я пришел не пить за... Это зря. Сразу видно, ты тут недавно. А между тем, здешние болота и трясины крайне интересные места. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей.
Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из... Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Что по пути к деревне на нее напали чудища. Надо уходить. Надо Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Откуда ты тут... Дядька пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что... Ну, я и шла. А там летел мотылек. Когда вы с папой... Утром. А солнце тебя светит... В спину. Значит, надо идти. Тогда пойдем. Я тебя... И объясню твоим родителям. Мы не сможем. Видишь, что у меня... Этого и волки боятся. Пойди-ка сюда, я тебя под... Можно выходить. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут.
Не подходи. Но... Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Рот раскрыт, губы перекошены, но язык прокушен. Перед смертью... Раздавленная грудь, ребра пробили легкое. Что-то его под... Посмотрим. Печени нет. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, это бес. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да. Из каких это пор дети стали таким... А что мы будем делать, если он и на нас напал? Хороший вопрос. У меня нет серебра. Масло? Подсоп? Нет. Из собачьего сала, борца, волчьей печени. Какая ты умная. Откуда ты... Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка висит. Здорово их подрали. Наверное, у этой твари здоровенные когти. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча.
Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Можешь выходить. Как ты их порубила? Вот волчик. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Веди. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Ну и я не. Нет. Разве что мы захотим его разозлить. Ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину.
И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упердывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Грядка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Я хочу ее найти, ты понимаешь? Понимаю. Но видишь ли, так получается, что... Предлагаю уговор. Найди моих близких, а... Я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Я тебе помогу. Я на... Вот тебе мое слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. Чё пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последние новолуние. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром... Этого все еще мало. Зачем? Может, я найду там какие... Я чужим не позволю рыться бы. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду.